Тротуарная плитка во многих местах потрескалась, неровная, а местами и вовсе выбита. Специалисты Ремстроя приступили к демонтажу покрытия. Буквально на прошлой неделе мы закончили объект по улице Владимирской. Там был благоустроен тротуар общей площадью 40 квадратных метров. Вот. Теперь мы переходим сюда, на улицу Крымскую, вот, полностью демонтировать и укладывать по новой плитку. Объем большой, 1800 квадратных метров. Пока погода позволяет, работа кипит вовсю. Причем демонтированной плитке еще придется послужить. Вторая ее жизнь придется на сельские округа курорта.